начала указывать, хочу виллу, как у Бородиной, хочу это, как у Бородиной, а теперь мне сделать и так, и зарплату, и рекламу, и все остальное. Слишком много понтов у человека было, за что в итоге она и поплатилась. Ну, начнем с того, что отдельную виллу ведущим на островах стали выделять после приезда Ольги Орловой. А так как Ксюша была до Оли на островах, ну, виллы как бы еще и не было. Ксюша прилетала и снимала себе сама отель. А потом уже после Орловой все ведущие начали размещаться в отдельной вилле. Оказался вокруг тебя весь мир, кружи! Давай, давай! Вокруг тебя весь мир, кружи! Вокруг тебя весь мир, кружи! Не забывай!